Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины. Но рядом со мной вы видите девушку из Боливии, которую зовут Марица. А все потому, что сегодня в Буэнос-Айрес проходит фестиваль Боливии. Потрясающий, веселый, экзотический праздник. Кстати, вчера здесь же я была на празднике Франции. В моих шортах вы можете посмотреть короткое видео. Но это было очень скучно, было очень мало людей. Но Боливия сегодня отжигает по полной. Идемте смотреть.
фестиваль Боливии в Буэнос-Айресе – это также прекрасная возможность побывать на одном из самых знаменитых и самых красочных карнавалов в мире – карнавал в Оруро. Не всем в этой жизни как бы может посчастливиться побывать там в Оруро. Даже я у себя не ставлю таких планов, поскольку город Оруро находится на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Это та зона, где очень тяжело дышать. Но карнавал Оруро имеет титул всемирного наследия ЮНЕСКО как один из самых красивых карнавалов в мире. И вот сегодня по Авенида де Майо в городе Буэнос-Айрес проходит, если так можно сказать, репетиция этого карнавала. И здесь мы видим проходку различных красочных групп, которые также будут участвовать в этом карнавале в Боливии. Конечно же, мы решили попробовать боливианский стритфуд. Я себе взяла вот такой вот сэндвич с сосисочками. Натуральный, при мне приготовленный сок, если, конечно, вот эту густую массу можно назвать соком из папайи и манго. Ну, а мой оператор взял себе традиционную боливийскую пикадилью. Можно камеру перевести. Это различные виды мяса, вареного, жареного, с картошкой, с соусами, обязательное яйцо. Ну и веселье по-боливийски продолжается, оно такое вкусное.
самого крутого ватного квара.